В сезон простудных заболеваний, инфекций на телефонных линиях городской поликлиники номер 2 всегда короткие гудки. Дозвониться до медицинского учреждения возможно лишь ближе к полудню. В этом году ситуация усложняется пандемией, отчего регистраторы физически не успевают обрабатывать входящие звонки. Нагрузка увеличилась в 20-30 раз. Поликлиника обслуживает все ближнее Засвияжье, а это порядка 72 тысяч человек. Записаться на прием и вызвать врача на дом можно несколькими способами. Это многоканальный телефон, мы создали колл-центр 21-44-68. Это можно записаться через сайт госуслуги, самостоятельно пациент записывается. У нас в холле поликлиники стоит инфомат, через который также можно, не тратя время на регистратуру, записаться. Телефон висит, записи на дом. Волонтеры-медики в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» помогают своим старшим коллегам в работе колл-центра. Сейчас во вторую поликлинику мы направили 5 волонтеров, которые у нас организуют работу колл-центра. Ребята у нас консультируют пациентов, а также проводят мониторинг пациентов, больных ковидом. Для ребят разработаны специальные чек-листы, по которым они могут звонить пациентам и спрашивать об их самочувствии. К такой работе допускаются студенты старших курсов медицинского факультета Ульяновского государственного университета. В первую очередь мы помогаем в оформлении медицинской документации, потому что это занимает очень много времени у врачей. Для нас это такая помощь, которую мы можем оказать. Также мы отвечаем на звонки от пациентов, которые поступают к нам с целью узнать, как вести профилактику заболеваний коронавирусной инфекции, что делать в случае положительного результата анализов на коронавирусную инфекцию. Каждый волонтер перед началом своей работы проходит онлайн-обучение, а затем прослушивает очный инструктаж от старших коллег и только потом приступает к своим обязанностям. Медицинский персонал напоминает, вызвать врача на дом можно до 15 часов в будние дни. Гражданам старше 65 лет рекомендуется воздержаться от похода в поликлинику, если в этом нет острой необходимости. Волонтеры-медики также помогают пенсионерам закупать продукты и лекарства. Спасибо. Волонтеры-медики оказывают посильную помощь медработникам городской поликлиники номер 2. Будем надеяться, что их совместная работа принесет большую пользу нашему населению. Будьте здоровы, дорогие друзья. Антон Никонов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.